И что значит желание жить? Это значит, что он включает этот тумблер. Вот, допустим, если усталость, нет концентрации внимания, работоспособность низкая, здоровье начинает страдать, значит, тумблер означает: беги на улицу, делай зарядку, бегай. Если ты чувствуешь, что проседают отношения, на работе все плохо, дома все плохо, бывает все сразу, бывает по отдельности, значит, нужно увеличивать контакт с добрыми людьми, начиная с лекций, слушай лекции, потом дальше куда-то ходи, общайся, вылази из своей скорлупы. Или ты чувствуешь, плита наваливается в жизни, нет сил жить, храм, молитва, то есть, ну, отношения с Богом убирают, смягчают эту плиту. То, что казалось непреодолимой, становится преодолимым. Понимаете? То есть человек должен понять, что стресс – это всегда наполняться. То есть причина стресса может быть какая-то очень серьезная. Ну, то есть причина стресса может быть очень серьезное основание. У тебя не та цель в жизни. Но все равно решается стресс всегда только одним способом – переключать тумблер, идти и наполняться. В это время тебе кажется, что ты зря тратишь время. Вот мог бы там в квартире прибраться, там что-то полезное сделать, там образование какое-то получить. А сейчас просто сидишь и молишься, в общем-то ничего не делаешь. Или бежишь куда-то, что-то бежишь как дурак, лекцию послушал, бежишь. Или идешь там, мог бы делами заняться, понимаете, какими-то. Это не безделье, это правильное мышление. Или желать всем счастья, вот мы так сейчас тоже, это переключение.